прибудь среди нас, двигайся среди нас, как ты сам пожелаешь. И я открыта для тебя. Дух Святой, дорогой, прикасайся, наполняй уже сейчас. Я благодарю тебя, что ты делаешь это. И я вижу прямо сейчас, что у кого-то Господь исцеляет локоть. Я не знаю, вы в прямом эфире или будете смотреть в записи. Я вижу локоть, не уверена точно, но мне кажется, левой руки. Какая-то проблема, возможно, боль или, возможно, какие-то следы старого перелома или проблемы с суставом. Специфически показано не было, но я видела, что есть болезнь, какая-то проблема в локте. Скорее всего, в левой руке. Будьте исцелены именем Господа. Сейчас сила Его наполняет вашу руку, и исцеление приходит в ваше тело во имя Иисуса Христа. Благословляем ваш локоть, благословляем ваши суставы, ваши кости, какая бы проблема там ни была, дух немощи, болезни, выйди вон во имя Иисуса, и пусть исцеление Господа будет явлено в вашей руке.